Главную задачу сезона – выход в кубковую стадию – «Буран» решил за два тура до окончания регулярного чемпионата. Заключительные матчи пройдут в Тамбове – там местный клуб еще не оформил себе билет в серию плей-офф – и в Саратове с «Кристаллом», который сейчас идет на предпоследнем месте в лиге и уже давно потерял все шансы на продолжение борьбы. Напомним, за главный трофей лиги – Кубок Петрова – «Буран» поборется впервые с сезона 2015-2016 годов.